Правонарушителей полицейские ищут и в соцсетях. Так, в ходе очередного мониторинга сети интернет полицейскими был выявлен видеоролик, на котором видно, как водители автомобилей дрифтуют в Адлерском районе курорта. Сотрудники УВД установили личности водителей. В отношении 21-летнего и 31-летнего местных жителей инспекторы ДПС составили протоколы об административном правонарушении по статье «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Нарушителю назначено наказание в виде выплаты административного штрафа. С ними была проведена профилактическая беседа о дальнейшем недопущении правил дорожного движения. И также хочется обратиться к гостям и жителям нашего города о недопущении нарушений правил дорожного движения и обратиться с просьбой быть вежливыми друг к другу на дороге.